Салют, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV, меня зовут Игорь, и мы продолжаем прохождение, уже теперь полноценное начало прохождения игры Sundered. Надеюсь, я правильно произношу, если нет, то простите глубочайше. Я знаю, что есть такие люди, которым просто нужно прямо, чтобы все было четко произнесено, но я вот с английским уж как-то не дружу, так уж прям в идеале. Ну ладно, давайте продолжать. Мы прошли с вами игру на 3%, и пошла долгая загрузка. А нет, загрузка была быстрая. Мы появились с вами в локации, где мы прокачиваемся. Это, так сказать, наш респаун. Ну что я уже знаю по данной игре? Мне писал Элерой, человек, на которого я подписан. И он меня также смотрит. И, в общем, он мне подсказал, что он играл в эту игру. Здесь жди очень много врагов. Прям вообще, говорит, до небес будет врагов. С ума сойдешь, в общем. Так... Ну что ж, второй раз загрузка, конечно, была быстрее, но все же долго. В общем, мир тут что-то меняется и живет своей собственной жизнью. Берегись опасностей. Опасности повсюду. Так, я вспоминаю управление. Оп, 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 оп. Все, управление вспомнил. Здоровье у нас пока полное. У нас одна хилочка, если я ее пока тратить не буду. У нас карта. Получается, что у нас? Мы можем пойти с вами... Вот, в общем, очень далеко вниз можем уйти, да? Можем уйти, кстати, вправо, у нас там есть проход, но там, по-моему, закрыто. Ну, давай посмотрим. Давай пока поглядим. Так, сюда. Ой. Да что ты, то перелет, то недолет. Стой. Вот, отлично. Давай сюда. Отлично, аж неприлично. И нам получается внизовский, да? Сюда. Банушечки эти разбиваем. Собираем очки на прокачку. Будем качать нашего перса. Нашу Эш. Вот, как мы определились в прошлой серии, это у нас Дамо. Дама из Амстердама. Так, аккуратно. О-о-о. Меня прикалывает реально, что здесь... Что здесь? Враги просто... Берутся из ниоткуда. Они просто появляются, и все. Их никто не звал, они такие, оба-на! И просто вылезли из-за всюду. Знаешь, постоянно делают засады. Просто постоянно. Постоянно делают какие-то... Вот, сами опять. А ну, иди сюда. Иди сюда. Ты кто вообще? Кто тебя звал в этот праздник жизни? Покажи мне это. Так, подожди, кто еще жив? Там вроде не все здоровы. Так, ладно. Оп. А, ну здесь мы не можем пройти, да, здесь у нас нужна какая-то способность, может двойной прыжок или еще что-то, здесь колючки, я понял. Все, отсюда уходим, причем прошлый раз, оказывается, здесь проходил, здесь врага не было. Ну и получается нам надо падать в самый низ. Тихо, сейчас будет прыгать. Ты посмотри на них, а вообще? Что творят, ты посмотри? Что творят? Так. Сейчас будет падать. Первый пошел. Слушай, они по теории не должны же вот здесь вот плавать. Здесь-то нету почвы. Как они под землей-то могут быть там, если здесь нет почвы, да? По факту-то. Соответственно, вот от этих вот ползучих тварей подземных я могу спрятаться на вот этих вот заборах. Все получается вниз. Сейчас здесь их будет еще много. В прошлый раз тоже здесь посыпались на меня со всех сторон. Будут? Нет? И? Не, смотри-ка. Пока что нету. В общем, останавливаться и стоять на месте тоже здесь не рекомендуется, а то могут... Ой-ой-ой, как я далеко падаю. Как я низко пал. Лагерь. Так, это мы здесь были. Вот. И здесь, по-моему, меня затрепали как раз, да? Или не здесь? Нет, походу, наверное, ниже все-таки, да? Так. Блин, здесь, я думаю, надо первым, что будет качать, это здоровье. Потому что здоровье здесь надо будет адовое. На то просто начинать с самого начала все время как-то не очень сильно хочется. Все, мы идем еще ниже. О, до этой головы мы дошли, там мы с вами взяли... кстати, что мы там взяли? Мы взяли... А, ну мы взяли щит, я понял, да, щит. Мы взяли щит, мазафака щит. У нас теперь будет щит. С этой стороны у нас ничего нету, поэтому двигаемся дальше. Здесь как раз меня, по-моему, где-то затоптали толпой. Не как последние мрази меня убили. Блин.
Надо будет поаккуратнее, то с этими неловкими движениями, а то умирать как-то сильно не хочется от того, что я просто куда-то упаду в бездну. Бездну. Давай вниз. Оп. А, временные дороги. Раскопки Валькирии. Временные дороги. О-о-о, началось. Вот они. Вот они лезут, давай еще. Опа. Ну, иди сюда. Так, ну хорошо у нас... Ай. Ой. Блин, плохо, что... Здесь... Тихо, уходим. Здесь как бы хилок не так уж и много, знаешь. Так, давай сюда, сюда. Да вы хорош сверху-то падать. Тихо, тихо. Так, хиляемся. Хотя, в принципе, можно было еще не хиляться, но ничего. Фух, надеюсь, будут чекпоинты побольше у нас. Либо хилочки будут побольше попадаться. Тихо, тихо. Три штуки. Давай. Четыре штуки их там. Так, вылазь. Так. Опа, блин, толкаются. Держите. С другой стороны, знаете, за счет того, что их такое большое количество, мы получаем за них очки, которые будем прокачиваться за счет этого. И это тоже, с одной стороны, хорошо. Но просто каким шквалом они нас оккупируют, это прям нереально жестко. Получается, мы можем пойти туда, там у нас можно и вверх, вниз, и влево. Давай пойдем влево тогда. Здесь. А, все. Пришли. Здесь какая-то красная локация что-то. Пришли, здесь мы не пройдем, тогда пойдем обратно. А там что-то вверху такое. А что такое? Светится. Ну ладно, я в любом случае до него не достану. Значит, пойдем пока посмотрим, что направо. Так. Так, тихо. А ну, так, готовимся. Очередная волна. Нежить этой. Давай. Да. Еще есть? Так. Пока вроде все. Опять же, да, как сравнил Олег с канала Олег Гейм, что игра прямо какой-то Аладдин. Да, есть что-то такое схожее с этой игрой тоже. Есть тут кто? О, тихо, слышу. Кого-то слышу где-то. Вон они, снизу. Снизу там куча бегает. Тихо. Так, минус раз. Минус два. И один уполз. Вот он. Сейчас он упадет. Куда ж ты от меня? Мне нужны твои очки. А где очки с него? Он упал и мне не дал очков. Слушай, а если я вниз спущусь? Давай посмотрим, что внизу. Так. А внизу есть еще ниже ход. Внизу есть еще ход. И можно сходить направо. Блин, тут, конечно, ходов здесь очень много. Опа. 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 Тихо. Блин, они еще пытаются постоянно окружить. Тихо. Выходим из угла. Точнее, из окружения. Ау! Да блин. Откуда вы столько беретесь-то, а? Все? Не, внизу еще есть. Давайте сюда. Мелкие гадости. Я даже не знаю, что это, кто это они такие. Арахне какие-то. Что они себя представляют? Кто это? Что это? Мы на какой-то... Чужие планете. Так, три штуки. Раз, два. Где третий? А, они уже двое. Эй, ребята! Эх, блин, ушли. Раз, два. Блин, броню пожертвовал. Надо будет кувыркаться. Хорошо.
Здесь, получается, можем пойти сюда налево. Но я сначала хочу посмотреть, что там наверху все-таки. Поэтому пока сюда не пойду. Так, броня у нас пока есть. Она, я так понимаю, эта броня она автоматически восстанавливается. Поэтому нужно стараться отходить, отступать. И восстанавливать энергию щита. Ой-ой, что-то немножко... Почему-то игра немножко подфризивает. Хотя я не знаю, чему тут подфризивать вообще. Ну ладно. В принципе, играбельно. Я надеюсь, что смотрибельно. Так. Картинка просто неплавная. А, ну здесь мы не поднимемся, да? Это мы... Это мы оттуда могли сверху спуститься. Я понял. Причем, смотри, враги, они просто периодически сами появляются. Чтобы не скучно было. Неважно, где ты будешь, они просто появятся. Куда ты? Тебе сегодня не жить. Сопля какая-то синяя. Ладно, тогда пойдем вниз, посмотрим, что у нас внизу. Что здесь интересного? Кстати, мы здесь можем и наверх сходить. Давай сходим сначала наверх. Полностью эту локацию уже исследуем. Здесь мы поднимемся туда. А, ну, собственно, вот, мы могли там спуститься. Блин, я здесь перепрыгну, нет? Интересно. О, есть. И чего? И зачем я сюда прыгал, спрашивается. Развод на прыжки. В 2К17. Ладно, пойдем сюда. И падаем вниз. Здесь у нас снова замок какой-то нарисован. Ну, в общем-то, я вижу... А, ну, все. Здесь мы тоже не пройдем, ладно. А, получается, тогда у нас где еще есть вариация? Направо, получается, у нас есть проходик. Потом, так, и все. И больше пока никуда. А нам надо сюда. Тут какая-то батарея. Ага. Не ясно, ладно. Может, надо за счет какой-то прокачки будет дверь открывать, не знаю, может... Ой, тихо. Уху, нифига вас тут насыпало-то, а. Вы прям как семечки. Вас много. Да, кстати, видите, это эти жижи, они... Они не могут сюда выйти, они только там, где почва. Ну, это, кстати, немножечко облегчает ситуацию. Таким образом, мы будем драться сначала только с этими. Так, опоздун, иди сюда. Нет, ты ведь потом мне достанешь. Че, все? Давай, иди сюда. Иди сюда, маленький. Да что ты уходишь-то? Ну, давай я тебя даже здесь жду. Ну, во, молочек. Блин. Ты живой? Да, живой. Не падаем. Не падаем, я тебе говорю. Так, теперь с этими давай справимся. Первый. Ой, там их еще много. А куда же вы, друзья? Хотя какие вы мне друзья, не друзья вы мне. Я даже вас не знаю, кто вы вообще. Кто вас звал на этот праздник? Что вы вообще себе представляете? Кстати, надо прочитать вообще, что это за жижа. Подожди, а нам сюда не надо. Мы там понизу пройдем сейчас. Мы вот сейчас здесь пройдем. Такие вот сюда, вот сюда, такие вот сюда, сюда наверх. Сюда, так. И сюда теперь. Так. Теперь сюда. Во, и теперь вниз. Контейнеры. Разбиваем их. Стой, подожди, не забрал. Угу. Ниже. Отлично. Так. Давай еще ниже сюда. О-о-о. Промазал. А что, ты один, что ли? Не-не-не, я не верю. Вы по одному не ходите, так что ты мне тут сказки не рассказывай. Где твои братья, где твои друзья? Давайте, я готов. Не? Не будет вас? А, вон еще один. Оп.
Так, еще давай. Я слышу вас. Блин. Где-то затаились, ждут, пока я куда-нибудь на почву да спущусь, чтобы самими этими подземными друзьями меня еще затрепать, да? Ну, по сути, мы вниз можем и не спускаться, потому что там по факту-то ничего и нету. Ну, только разве что их убить, чтобы, ну, заработать за счет них очочков. Так. А чего вы сами поднимаетесь? Че за суета? Блин, как мне... Как-то мне надо спуститься? О! 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 Следующий давайте. На приемчик. Отлично. Так, этот здоров. Этот тоже здоров. Ты чё? Вы чё со спины? Ну, вообще. Так. Опа! Вас можно как... Ой, эти приперлись сами. Подземные киты. Так, у стеночки стоим. Чтобы они нас со спины не заходили. Так, все, здесь вроде кончились. Ой, блин. Ой. Так, отходим. Можно здесь прыгнуть, в принципе, да? Вот так вот. Да не в эту сторону. Вот сюда, молодец. И вот они здоровые пошли. Сейчас они упадут. Власти! Эх, один выжил, ждем. Ой, два. Че это у вас два-то? О, видели, как я его затоптал? Просто под каблук его нафиг. И каблуком ему глаз выдавил. Все, здесь больше ничего интересного нету. Уходим наверх. Здесь тоже ничего интересного. Где-то еще гудит, я слышу. Где-то еще гудит, но где не ясно. Ладно. Блин, а где тут вообще сейвы, блин? У меня пока что только получается один сейв. В общем, здесь сохраненками и местами, где можно прокачиваться, я так понимаю, не баловать меня не будут. Печально, чё? Хотелось бы, чтобы они меня баловали. Я хочу... Что же такое-то? Это же неправильно, что меня только, на меня только нападают. Ну, кстати, пока со здоровьем у нас... Все, более-менее в порядке. Так, уходим, поджимаемся к стеночке. Еще будут? Во, идут. Не, я вас не с той стороны ждал, господа. Ладно. Пока что идут с одной стороны, это хорошо. Все? Так, можно пойти вниз, можем пойти сюда. Но мы сначала осмотрим вверх, а потом пойдем вниз. Блин, а что это такое? Я это хочу, что это? Как мне, как к нему попасть? Какая-то пожеванная синяя жвачка. Но она светится. Она светится и манит меня. Она меня манит. Так, тихо. По-моему, где-то еще один был, нет? Все, здесь получается у нас все. И у нас с вами есть, получается, ход ниже. А вот этого хода ниже есть ход налево. Угу. Пойдем тогда наверх. Ай! Блин. Все, сюда. Оба. Кукушечки. Так, нам сюда влево. Вниз. О, понеслась. Давай. О, блин, еще это жижа. Так, давай тогда. Блин, она и здесь тоже меня достает. Ну ты посмотри, что делает, а? Так, уходим. Уходим. Блин, мне броню. Так, будем драться здесь. Так, броня восстановилась, отлично. С этими прыгунами я попозже разберусь. Сначала с этими мелкими разберемся.
Давай, 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 сюда, 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 мой хороший, сюда мой. Да куда ж ты? Иди сюда. Сюда иди. Ну-ка, теперь ты прыг... Ну на тебе. Давай еще раз прыгай. На тебе, кашалотина, блин. Давай. Оп. Не-не, я тут. Ох, как высоко, смотри, полетело-то. А, вирум. Вирум какой-то. Еще. Прыгай. Да ладно, я к вам сам спущусь. Вы удостоились чести, что я сам к вам спустился. Есть, один остался, да, вроде? Раз, да. Вылазь давай. Дрожь земли. Кстати, классный фильм. Так, можем пойти через верх. Ага, но мы сначала посмотрим, что... Так, подожди. А, ну все правильно. Мы сначала посмотрим, что внизу. Пособираем все, что здесь наше. Ну, это все наше же. Естественно, не ихнее же, правильно? Это все наше. Им-то это не надо, они же не прокачиваются. Это мы только прокачиваемся. Соответственно, нам это и нужно только. Так, все, здесь больше ничего нету. Ладно, уходим отсюда. Пока эти гады... Блин, здесь они... Не... Ай! Поздно. Сейчас из-под земли будут выпрыгивать, да? Так, погоди, а как мне... Как мне назад-то подняться? Если я поднимусь... А, ну все. Все, 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 все. Так, наверх. Да блин. Сюда. Эть, блин. Так, давай отсюда вот начнем. Во, отлично. И теперь налево. Стой, контейнеры. Как? Ой, блин. Давай. Так, 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 так. Нате, 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 блин. О, здесь что-то все покраснело. Исследовательская лаборатория. Вы, блин, что, подопытные, что ли? Я не понимаю. Или вы исследователи? Кто вы? Что вы? Расскажите мне, пожалуйста. Давайте пообщаемся. Что же вы сразу драться-то лезете? Ну, мы мирные цивилизованные люди. Ну, мы, точнее, это я и Эш, а вы вообще непонятного происхождения особи. Ну, вот. То, может быть, вы очень даже прикольные, я бы вас хотел бы, захотел бы поиметь в виде домашнего животного. Поиметь. Как-то грубо прозвучало. Поиметь. Оп. Давай посмотрим, что здесь. Блин, мне не напрягает этот красный свет, кстати говоря. Вас не напрягает, друзья? Мне, честно, он не очень нравится. Давит на глаза. Бьет по глазам красный светик. Оп. Временные дороги. Бух! И это у нас, получается, открывается короткий путь. Да. Хорошо. Если что, будем иметь в виду. Пока что я не пойду. Интересно, если я умираю, мои эти все очки, они теряются, которые я зарабатываю. Это, наверное, скорее всего, в лучших традициях а-ля Dark Souls. Типа, умер, все, потерял. Ну, и, конечно, будет шанс, наверное, забрать. Так, ну-ка, оп. Опа. Что прилетело такое? Офигеть! Вы чё? Нифига себе! Торпеды! Это что такое? Тихо-тихо-тихо-тихо! О! Так, они, получается, самовзрывающиеся, я понял вас. Еще где-то кто-то пиликает. Во-во-во. А! Воу! Так, а, нет, они не это, их надо разбивать. Ну-ка, спи, 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 моя радость, усни. А ночью приснятся огни. Блин, не взорвал, не взорвал, не взорвал. Уходим, уходим, уходим. Еще один, блин. Ой, 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 ой. Так, давай его надо уничтожить. Блин, еще две штуки. Кувыркаемся, кувыркаемся. В любой непонятной ситуации главное кувыркаемся. Да что же вообще происходит, а?
Ты посмотри, сколько их тут, ё-моё! Ё-моё, ядрить-кадрить, а! Уходим! Тихо. Оп! Уу! Не-не-не, рано-рано-рано-рано-рано. Рано-рано, иди сюда. Иди сюда. Здесь еще где-то один был, нет? Все. Фу, блин, аж палец устает столько кликать. Офигеть, мне здоровье тут снесли, блин, а. Какие они негостеприимные все-таки гости. Блин, до сих пор я не нашел никаких хилок. То есть, получается, их здесь найти нельзя. Их, получается, только прокачивать, наверное, как дополнительные можно, и все. Так, ну пойдем тогда сюда, посмотрим, что здесь. Коль мы сюда приперлись. Ну-ка, по карте что у нас? А, ну получается, там мы, по сути, ничего больше не увидим. Там вот эта переходящая локация, потом внизу так, там короткий путь. Здесь мы можем либо зайти отсюда, ну, здесь мы проверить, либо можем зайти снизу. О. Ой, как я по вам соскучился. Блин, вот эти мне круглые вообще не нравятся. Вообще не нравятся, они такие стрёмные, они такие... Давай, взлетай сюда. Ага, сейчас. Кстати, по-моему, они взрываются, когда они вот уже накаляются, они взрываются с первого раза, но это не точно. Нет, не получилось. Метеороид, или как он там правильно называется, я еще не успел почитать. Здесь у нас получается замкнутая локация. Блин, они хотя бы в этих замкнутых локациях что-нибудь выложили, что ли? Что это я так... А, слушай, подожди, там этот мозг опять. Ну, мозг-то есть, но как я до него допрыгнуть-то, ёлы-палы? Ну, наверное, скорее всего, у нас когда откроется какая-то возможность, когда мы что-то прокачаем, может быть, опять же, повторюсь, двойной прыжок или лазение по стенам или что-нибудь еще, то у нас будет возможность забрать эти штуки. Эти штуки. Началось. Оп. 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 Так, быстро их ломаем. Быстро, 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 быстро. Быстро их демонтируем. Опа! Так, все. Блин, ну там я его не достану никак. Ёлы, палы, моталы. Тихо, 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 тихо. Ошуметь просто, ошуметь. Что вообще такое? Что за пати? Я себя чувствую просто, такое ощущение, я не знаю, кем я себя чувствую. Я себя чувствую кем-то не очень хорошим. Меня тут все просто не любят. Ребята, я от вас ухожу, вы меня не любите. Я от вас ухожу. Блин, попал, да? Или нет? Фу ты. Опа! Это что? Хилка, ребята! Так, хиляемся нафиг. Нафиг хиляемся. Блин, значит, все-таки хилки здесь даются, но они настолько редкие, что аж прям вообще... Тут еще и выбор сложности есть. Получается, я выбрал обычную сложность, а есть... Ну, здесь нету легкой. Есть только обычная и сложная, если кто помнит при первой части, да? То я не представляю, что сейчас вообще будет происходить на максимальной сложности. Я понимаю, что будет, скорее всего, врагов раза в два больше, и нас будут убивать намного быстрее. Ну, это для тех, кто вообще любит полную садомию в играх. Вот такой режим будет просто прям вах-вах-вах. У нас уже печет очков. Да блин, сектор приз на барабане. Вращайте колотушки. Оп. Ой, что-то не то нажал. Боюсь сказать, но что-то слишком тихо. Подожди. И чё? А, ну мы сейчас пойдем там, а там закрыто. Ага, все, понял тебя. Я тебя понял. Ой. Началось. Уходим. Так. А где я тут еще
маленький, бедненький, ходит, на него никто внимания не обращает. Все? Не, где-то должна быть еще как минимум один этот глаз. Смотрящий. Так, здесь у нас есть еще, получается, сюда подъемы есть. Так, погоди. Получается, мы здесь, туда. Слушай, подожди, я хочу там, где замок, там мы можем открыть короткий путь. Блин. Блин. У-у-у. Опа! Опа, 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 опа! Блин, попало прямо в глаз. Прямой наводкой. Так, уходим, уходим. Уходим! Уходим, уходим, уходим. Настанут времена почище. Экстази бывая. Блин. Вниз, вниз, отступаем. Тактическая перегруппировка. Блин, мы получаем люлей, отступаем. Офигеть, да вы успокойтесь. Бьют, бьют ногами. Бьют ногами по лицу. Все, нас затрепали. Офигеть, вы что вообще демоны творите? А там, блин, короткий путь был прям вот там вот, вот наверху, блин, офигеть. Ху-ху-ху, ребятки, это прям вообще просто ужас какой-то. Ты представь, вообще просто толпа. Так ощущение, как будто я зашел куда-то не в не свой. Все хотят тебя убить. Это нереально. Интересно, сейчас очки останутся у меня или я все потеряю. Ну, по-моему, должны быть у меня, ну, не точно. Сейчас загрузится, ладно, не буду уже пропускать загрузку, в принципе. После смерти загрузка быстрая. Да, слава богу, хотя бы все остается с нами. Ну что ж, мы можем тогда с вами воспользоваться этим грустным моментом и прокачаться. Так, броня. Здесь что? Здоровье повышает максимальное здоровье. Блин. Броня снижает получаемый урон. Урон повышает урон рукопашной охоты. Так, блин, здесь по сути все это нужно. Мне нужно и здоровье. Давай, наверное, пойдем через здоровье тогда. Вот так вот можно, да? А, то бишь мне сначала нужно повышать максимально. Мне сначала нужно прокачать вот это вот, да? Теперь вот это. Так, давай здоровье. И давай урон. Так. Здесь у нас получается снижает получаемый урон. Так, 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 так. Здесь мы, получается, идем на удача. Повышает шансы найти осколки и другие предметы. Блин, кстати, тоже полезная штука. Ну, броня, конечно, и здоровье лучше. Время простой щита. Ну, в общем, надо прокачиваться там очень сурово. Здесь у нас что? Щит повышает максимальные характеристики щита. Все, у нас все равно больше пока нет очков, да? Нормально, получается, мы с вами прокачали на максимальное, повышает максимальные характеристики щита. Получается, мы прокачали с вами максимальное здоровье, текущее 195. До этого я не помню, какое, кстати, было, надо было посмотреть. Ну ладно, я еще в записи посмотрю. Урон повысили. И немножечко броню начали качать. Мы, наверное, будем с вами тогда идти. Ну, в принципе, что здесь? Что здесь? Время простое щита. 4 секунды. Да, ну блин, мне, ребята, если честно, игра нравится. Прикольная игрушка. Классненько, сложненько. Руки устали. В общем-то, с вас, как всегда, друзья, если вам нравится, ставьте лайк. Если вам не нравится, то ставьте дизлайк и пишите, почему вам не нравится. Пишите, пожалуйста. Может быть, вам не нравится сама игра, либо вам не нравится мое прохождение. Что конкретно вам не нравится. Я бы хотел узнать о себе что-то, чтобы изменить. Ну, только не без оскорблений, потому что сообщения с оскорблением, они просто будут удаляться. Всем хорошего настроения, всем хорошего дня. Играйте только в хорошие игры. Всем пока.